Республиканская ГИБДД совместно с нашим информагентством задумала социальный эксперимент – проверить, насколько городские службы такси выполняют правила по перевозке детей. Для этого нам понадобится актриса Юлия Прохорова и кукла Виктория. Девочки, вы готовы? Да. По сюжету матери 7-месячной Виктории срочно понадобилось доехать от автовокзала до городской поликлиники номер 4. Неподалеку в засаде притаились инспекторы ГИБДД и наша съемочная группа. Штрафовать никого не собирались. Задача была только проверить, соблюдаются ли правила перевозки детей. Ты моя зайка. Ты моя крошка. Согласно российским правилам дорожного движения, типы детских автокресел зависят от веса, роста и возраста ребенка. Так, младенца в возрасте до 1 года и весом до 10 килограммов необходимо перевозить в автолюльке, горизонтальном удерживающем устройстве. Эти правила обязаны знать не только родители, но и таксисты. Прежде чем вызвать такси по телефону, Юлия попробовала найти машину с автолюлькой среди стояночных бомбил. Кисуня, Кисуня. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Простите. Скажите, пожалуйста, до 4-й поликлиники докинете меня? 4-й поликлиники. Да тише, вы что ж варю? Тихо. 4-й поликлиники. Ничего. Поеду. Здрасте. Здравствуйте. Куда? Не-не-не, подождите, автолюлька. В смысле? Ну, так я ж... Нет, заказывали? Нет, я подошла, спросила. Нет, вот а в Киа. Нет, автолюлик у нас ни у кого нету. Подождите, а вы как детей возите? Как? Он же маленький, на руках. Или заказывайте, чтобы была автолюлька. Ага. Конечно. Так а неужели ни у кого не найдется? Ни у одного из таксистов на стоянке автовокзала нужного для перевозки 7-месячного младенца устройства не нашлось. Штрафовать можно каждого. Штраф, между прочим, 3000 рублей. Следующий шаг – звонок в службу такси. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно мне к 4-й поликлинике от автовокзала с автолюлькой машину? Да? Да, подойдем? Да, хорошо, спасибо. А вы достанете автолюльку? Почему? А я же предупредила девочку вашу, что у меня 0,6. Я девочке два раза сказала, что я с младенцем, что... Автолюльки вы ни у кого не найдете. В смысле? В смысле я ни у кого не найду автолюльку? Нет автолюльки. Не предупредили? Ясно. Простите. Спасибо. Попытки номер 2 и номер 3. Еще два звонка, еще две службы такси. Поедем в 4-ю поликлинику, только я с новорожденным. Ну вот, несколько месяцев. Нет, своей нет, я предупреждаю вас. Что... Только сидушки, автолюлик нет, понятно. Жалко, хорошо, спасибо, попробую найти. Спасибо. Здравствуйте, можно, пожалуйста, к автовокзалу машинку? Поедем в 4-ю поликлинику, только я с 7-месячным ребенком. 7 месяцев. Автолюлька. Да, спасибо большое, всего доброго. Пока замерзшая мать ждала очередную машину, остальные участники эксперимента в теплом микроавтобусе решили, этот таксист на сегодня последний. Приедет, как положено, с автолюлькой, благодарим за сознательность. Если без автолюльки, расспрашиваем, как он дошел до жизни такой, и подводим итоги. Да, здравствуйте. Автолюлька есть? А? Откуда у меня автолюлька? Так а я же предупредила диспетчера, что у меня ребенок. Ребенок, мы же не возим автолюльку, у нас только автокресло. А почему вы не возите автолюльку? Не предусмотрено? Конечно, нет. Только на руках. А на руках возьмете? Конечно. Наш инспектор Юрий Досисоев. Сегодня мы проводим социальный эксперимент. Съемки. Фактически вы стали невольным свидетелем этой съемки. Хотелось бы задать вам несколько вопросов. Диспетчер службы такси, где вы работаете официально, нам говорит, автолюлька именно для младенца. Автолюлька есть. Посылает машину, посылает вас. Вы приезжаете, автолюльки нет. Срывается заказ. Чего делать? Я так понимаю, что диспетчер понял, что нужно удерживающее устройство. Удерживающее устройство? Мы проговорили, что ребенку 7 месяцев. Но вы так и будете дальше без автолюльки работать, получается. На авось? Законом предусмотрено наличие при определенном возрасте ребенка не бустера, а именно автолюльки.
деле. Согласен. У вас ее нет. Не дешево стоит. Мне кажется, для безопасности своих детей лучше родителям иметь такие вещи. Итоги своеобразного рейда подвела Светлана Иванова, инспектор отдела ГИБДД республики. Получилось, что ни один вызванный или опрошенный таксист, необходимый по закону автолюльки, не имел. Можно иметь свое детское удерживающее устройство, которое соответствует росту, весу и возрасту вашего ребенка. Если такой возможности нет, то, например, заказывая такси, нужно четко диспетчеру проговаривать, что в транспортном средстве поедет маленький ребенок. С каким весом, в каком возрасте, чтобы детское удерживающее устройство в машине было соответствовало вашему ребенку. С начала года на дорогах республики свыше 500 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Кроме того, в прошлом году в 39 дорожных авариях травмы получили 47 детей, двое погибли. 20 ДТП случились на федеральных трассах, где традиционно ездят с высокой скоростью, и от ранений не спасли даже автокресла. 12 детей в нарушение правил дорожного движения были пристегнуты ремнями безопасности. Еще два ребенка никак не были зафиксированы в машине. Пятеро были травмированы в общественном транспорте. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует при перевозке несовершеннолетних использовать не бустеры и фесты, всего лишь адаптирующие взрослый ремень безопасности под рост ребенка, а автокресла и автолюльки. В них ребенок зафиксирован полностью, а значит, шансы получить ранение в дорожной аварии уменьшаются.